З нами на зв'язку зараз Сергій Жирнов, екс-співробітник АДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. Сергій, здравствуйте. Вітаю вас, Анастасія, вітаю усіх наших глядачів. Дякую за українську. Начнем, давайте, знаєте, з чого? З Путіна, то ли його двойника. Конечно же, кампанія його приверная в разгарі. В Архангельск приїхав Путін. Як говорить генерал СВР, це був не Путін, а двойник. Пытался он казаться ближе к народу, там залез в подводную лодку, розказував, какая мощная сегодня Россия, все в безопасности. Как вы оцениваете начало такой кампании, тем более, что его об этом якобы попросил какой-то военный, так называемый ДНР? Ну, очень как-то странное такое начало. Да, вы знаете, какая кампания, какой президент, такое и начало. То есть, в общем, какая нам разница, потому что мы же понимаем, что никакой он не президент, что идет он на шестой срок, это запрещено напрямую Конституцией Российской Федерации, законом о выборах. Вот взяли даже эту самую, значит, букву В, заграничную латинскую букву В, взяли за символ выборов. Значит, они борются со странами НАТО, борются со странами латинской, которые используют латиницу в своих языках, и для своего символа, так же, как и для своей войны, избрали латинские символы. Ну, в общем, это дурдом на самом деле, да. Вот, ну, двойник – это не двойник. Сомнения, конечно, были, потому что вдруг этот Путин без шапки где-то там по северам ходит, значит, не подкашливает почему-то и так далее. Вот, это нам на самом деле уже не важно абсолютно, потому что это без разницы совершенно. Путин, в принципе, нелегитимный президент. Кстати, в Российской Федерации в этом смысле я должен сказать, что нелегитимная власть с 1993 года. Я вот раньше говорил с 96 года, потому что выборы Ельцина были поддельными уже в 96 году. А мне напомнили, что еще был расстрел парламента в 93 году. И да, мы могли там не соглашаться с политическими и идеологическими установками Руслана Хасбулатова, но это был законно избранный парламент, и президент Российской Федерации его расстрелял из танков с моста. По этому поводу, конечно, президент Ельцин стал таким образом нелегитимным, и ради каких бы принципов это ни делалось, это не может быть забыто. Вот. И Путин в этом смысле продолжает все. Он, кстати, противоречит сам себе. Ну, вы знаете, вот по поводу этого посещения подводных лодок. Есть очень хороший ролик, знаете, такого канала «Рассерженный россиянин», как это, вот «Сомневающийся россиянин», что-то в этом роде, да, вот очень-очень популярный канал, я просто сейчас не помню точно его название, но все меня поняли, о ком идет речь. Вот он сделал отличный ролик, он просто совместил две картинки. Значит, вот Путин открывает эти самые два ракетоноса там с всякими там ракетами и так далее, а народ в России сейчас стоит за яйцами, значит, цена которых взлетела там в 5 раз. Вот, и в очереди стоят за дешевыми. Вот. Ну, скоро, кстати, будут стоять в очереди за дорогими, потому что, ну, праздники на носу, да, а какой же салат оливье без яиц, никакой торт без яиц не сделаешь, ничего не сделаешь, никакую кулинарию не сделаешь, нужны яйца везде, и по этому поводу, вот это, кстати, и он очень хорошо показал это дело, потому что он говорит, что если у вас нет яиц, У Путина нет яиц, да, это вот последнее, это, сами понимаете, в прямом смысле у него в магазинах нет яиц. Вот, если у него нету их, то это не только потому, что он войну ведет, но потому что он строит эти ракетоносцы, и плюс он ведет войну в Украине. Когда у вас полбюджета уходит на войну, то совершенно понятно, что у вас кончатся в магазине яйца. И это вот я, кстати, говорил в ноябре месяце, когда мы обсуждали историю с выставкой достижений народного хозяйства, такую абсолютно совковую, такую абсолютно сталинскую, на ВДНХ, где, значит, Путина, ну не Путин открывал, а там всякие его приклебатели туда ходили. Там, кстати, этот самый Патрушев похоронил Путина, произнес там такую надгробную речь. Вот это там это было. Так вот, я тогда уже говорил, что в любой стране
достижение народного хозяйства – это то, что вы покупаете в магазинах. Любая выставка достижения народного хозяйства – это супермаркет, ближайший к вам. И вот то, что вы там можете купить, это и есть достижение народного хозяйства. А когда у вас нет яиц, когда у вас там на все повышаются цены, а Путин в это время открывает какие-то ракетоносцы, никто не ест ракетоносцы. Никто не распиливает эти ракетоносцы и не дарит их на праздники, там, я не знаю, на Рождество, на Новый год и на что угодно. Да, то есть эти ракетоносцы, это на самом деле выброшенные в деньги, абсолютно никому не нужные, потому что на Россию на самом деле никто не собирается нападать, кроме Китая. Китаю, кстати, не надо на нее нападать в военном плане, потому что Китай уже скупил половину Сибири и Дальнего Востока, вот, и дальше он просто его просто скупит и будет дальше скупать. Вот, и Путин, и, кстати, в этом смысле ему содействует. Путин стал одним из тех президентов, который больше всего продал Китаю, и, кстати, он согласился с тем, что вот какой-то там большой остров на реке Амур перешел под юрисдикцию Китая. Просто китайцы взяли, перерисовали карты и сказали, что этот остров наш теперь. И все. И Путин не стал им возражать. А что он может им возразить, если он полностью зависит от Китая? Так что, в общем, вся эта кампания, конечно, это все туфта. Но при всем при том ее не нужно недооценивать вот в каком смысле. Вы знаете, в Советском Союзе тоже не было выборов. Вот, ну, Анастасия, вы девушка молодая, вы это не помните, это было 30 лет тому назад, я не знаю, вы тогда еще не родились, наверное. Вот, и по этому поводу, там же тоже вот у нас при Советском Союзе, там при Брежневе и там, при Хрущеве, при Сталине, тоже были регулярно какие-то выборы депутатов каких-то местных органов, региональных, Верховных Советов Республик, Верховного Совета СССР. Вот, но... Там голосовали 90%, 99%, значит, нерушимого блока коммунистов и беспартийных. И всем понятно было, что на самом деле назначались эти депутаты партийными органами, и тех, кого в партийных органах выберут, те и пройдут. Но тем не менее... Кстати, советской власти в Советском Союзе не было, потому что советская власть – это советы, власть советов. А в советской, сразу где-то уже в середине 20-х годов уже возникла власть коммунистической партии, то есть партии большевиков. Вот, а это не власть советов. То есть на самом деле советская власть и Советский Союз – это вещь тоже нелегитимная и несуществующая, потому что у этих советов только номинальная была власть, потому что все решения советов, согласовывались на соответствующих заседаниях комитетов партийных, политбюро, ЦК, там, съезды и так далее. И только потом уже утверждались, штамповались какими-то советами. Но вот когда проходили эти выборы, люди могли получить чего-то, то, что им в обычных условиях не дают. Вот, допустим, к вам приходили агитаторы, ну, грубо говоря, там, люди шли голосовать довольно рано, это такой праздник, там буфеты везде работали, продавали какие-то вещи, которые в обычные времена купить было уже нельзя, там, в 80-е годы. Вот. А потом по спискам смотрели где-нибудь там к 12 часов, вдруг смотрят, там несколько человек еще не пришло. И тогда к ним на дом посылали агитаторов, и чтобы спросить, а почему еще они не пришли, потому что это считалось долгом советского, по-моему, даже была обязанность даже, по-моему, в Советском Союзе, вы это не право было голосовать, а обязанность. Ну, ее говорили, почетная обязанность. Вот, и к вам приходили эти самые агитаторы, а вы могли сказать, а я вот не пойду сегодня голосовать, потому что вот мне не сделали ремонт. Вот мне обещают его уже 25 лет, и все еще не сделали. И вот тогда эти агитаторы бегом бежали на избирательный участок, докладывали председателю избирательной комиссии, тот докладывал, звонил в исполком, звонил там в райком, и говорили, вот у нас там такая вот ЧП такое, вот люди не хотят голосовать там и так далее. И бывало, что люди получали вот таким способом то, что им очень долго не давали. Вот. И при Путине, в принципе, такая практика, по-моему, возрождается, потому что вот сейчас есть ролики, когда люди, значит, обращаются к Путину, говорят, вот у нас там отопления нет, вот у нас там улица развалилась, вот у нас там дом развалился, вот у нас еще чего-то. И, дорогой Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста, вы там, вот, значит, это наш президент будущий и так далее. Вот, то есть, в принципе... Это тот самый период, когда можно чего-то, во-первых, попросить у власти, с нее чего-то получить. Хоть с паршивой овцы, хоть шерсти клок, что называется. Это первое. Второе,
Ведь все-таки выставляются какие-то кандидаты, и за них ведется какая-то агитация. Эта агитация – разрешенное мероприятие, то есть собираются какие-то там люди где-то в залах каких-то спортивных, концертных и так далее. И что-то там словословит, вот какие у нас замечательные там делегаты. И это тоже тот момент, когда простые люди могут что-то сказать. Вот просто выйти и сказать, потому что их нельзя каждого там под автоматным дулом, скажешь там что-то не за Путина, вот, и тебя расстреляют сразу. А если тебя выпустят на сцену, то ты можешь сказать что-то и даже против Путина, и покритиковать, или там местную власть сказать, что она плохая. И вот этого, кстати, они все очень боятся. И в этом смысле эти выборы не совсем пустая штука, вот такая, какая совсем... Ну, понятно, что подсчет голосов там, конечно, у них схвачен заранее, там все посчитают как надо. Но вот сам процесс, это процесс, который для власти на самом деле довольно опасная штука. Вот, это точно так же, как вот и линия эта прямая. Да, там, конечно, многие вопросы, большинство вопросов заготовлено, но вдруг возьмут и там не проведут какую-то заготовленную штуку. И, кстати, вот люди, которые сомневаются, говорят, да бросьте вы, ничего такого не бывает, не может быть. Я вам расскажу историю своей собственной жизни. Я учился в ГИМО, когда с 78 по 83 год. Значит, ну, представляете, советская власть, такой закрытый вуз, идеологический вуз, все схвачено, партия, комсомол и так далее. Я был комсоргом своей академической группы. И потом меня на третьем курсе мои друзья решили выдвинуть, значит, в бюро комитета комсомола нашего курса. А там, естественно, собирается собрание, общее собрание курса. И, естественно, был список, который был утвержден уже комитетом комсомола факультета и завизирован в комитете комсомола партийном, КПСС. И вот, а они, мои друзья, говорят, да подожди, есть устав ВЛКСМ, и там написано вот на собрании, любой человек может выдвинуть кандидатуру кого угодно, можно даже быть сам выдвиженцем, может свою кандидатуру просто самому выдвинуть. И мы сделали такую, придумали такой вот прям заговор такой политический, вот, и встает, когда там, значит, список, и там по принципу ведения собрания человек должен был спрашивать ведущий, есть ли у кого-нибудь еще какие-то там дополнения, сомнений и так далее. Встает, значит, один из моих приятелей и говорит, я вот предлагаю, значит, жену Сергея добавить в список этого самого бюро. И надо было видеть, что произошло на этом собрании. Народ замер, потому что это вообще первый раз в жизни. Вдруг не по плану все это дело пошло. Значит, председательствующий растерялся немножко, а какие-то люди, которые вот в нашей активной группе, они сказали, ну вот же устав ЛКСМ, а там книжку процитировали, все, пожалуйста, давай добавляй. Тот начал говорить, да типа у нас список согласован. Они говорят, нет, вот у нас устав, здесь написано, любой может добавить и так далее, и будет голосовать. И самое смешное заключалось в том, что это настолько всех позабавило, что я в итоге, значит, прошел в это бюро комсомола, а вместо ставленника партийного бюро, что потом, естественно, мне припомнили, и там была целая история. Но вот это возможно даже, понимаете, в Советском Союзе, но это, правда, возможно было один раз, потому что уже через год там все было уже схвачено, там уже все они провели как надо. Да, интересно, конечно, но я так понимаю, что то, что всегда остается в России, там, при Советском Союзе, сейчас, если кто-то не нужен, они могут его убрать. И я сейчас о Навальном, потому что пропал Алексей Навальный, с адвокатами не может связаться, они не знают, где он. Есть информация вот от телеграмма «База», что якобы его перевезли в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Что это за пропажа такая накануне предвыборной кампании, так совпало, интересно, что неужели даже такой человек опасен, когда он находится в тюрьме? Конечно, опасен. Навальный – это самый опасный человек для Путина. Ну, вернее, второй самый опасный человек, потому что для опаснее Навального был Пригожин. И Пригожин, кстати, остается таким же опасным человеком для Путина. Я еще вам говорил это в августе месяце, в сентябре, что Пригожин будет теперь тенью отца Гамлета. Это будет человеком, который будет нависать над Путиным, снится ему в кошмарах всяких. Вот. А Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР поджуживают это все дело и говорят, что Пригожин живой, живой-здоровый, в Венесуэле, на острове Маргарита, пьет Маргариты, коктейли и ждет, когда он вернется, значит, в предвыборную гонку в марте месяце следующего
следующего года. Вот. Но Навальный, безусловно, для Путина абсолютно опасная фигура, потому что Навальный всегда, когда шел разговор о том, чтобы ему выдвинуться в кандидата в президенты, Путин его всегда сажал. Его всегда сажали на какое-то там по административному какому-то делу до того момента, пока был закрывался срок подачи документов в ЦИК, и таким образом он не мог дальше зарегистрироваться в качестве кандидата. Теперь, даже когда он сидит, Путин его все равно боится. И это ужасно интересная штука, потому что это доказывает, кстати, что Путин никакой не президент, что Путин никакой не диктатор, что Путин никакой не всемирный, не всесильный человек, там, я не знаю. Вот, потому что он боится сидящего в тюрьме Навального. Потому что сидящий в тюрьме Навальный 7 числа, 7 декабря, заварил кашу с билбордами и с некой компанией «Голосуй за любого человека, кроме как за Путина». Вот. И Путин, кстати, из-за этого отменил свое объявление о том, что он идет на выборы с 14 числа, с 14 декабря, с этой прямой линии, которая запланирована на следующую неделю. Уже сразу просто, вот как только история с Навальным случилась, то через сутки буквально Путин вдруг резко объявил свою кандидатуру, потому что он понял, что Навальный начинает его переигрывать. Просто взял инициативу в свои руки. И плюс Пескова, когда спросили, а где Навальный? А Песков говорит, Кремль типа не отслеживает каждого заключенного и не знает, где он находится. Что на самом деле полный нонсенс, потому что, во-первых, Навальный не всякий заключенный, это абсолютно особый человек, абсолютно яркая личность, раз. И, во-вторых, если Кремль не знает, где у него находятся заключенные, то это значит, Путин вообще ничего не контролирует. Да, значит, Путин вообще, у него там в СИН никакой не работает, у него никакой работы не работает Следственный комитет, у него вообще ничего не работает. Да? Кремль не знает и не хочет знать, типа, где находится Навальный. Вот, я по этому поводу сегодня над ними издевался. Вот у меня было интервью до вас с канадским радио из Квебека. Вот, я это тоже там повеселил этих ребят, сказал, что, ну, вот, ребята, смотрите, Путин надувает щеки, говорит, что он такой вот там всесильный, а оказывается, он не знает даже, где у него Навальный находится. Вот видите, кто-то, какой-то чиновник, значит, переместил Навального, и я, значит, похихикал с ними, сказал, а может, Навальный сбежал? Может, ему побег организовали, и он сейчас уже там где-нибудь там с автоматом Калашникова по лесам уже ходит с группами партизан. Вот. А Кремль ничего не знает. Да, вот у нас такое же впечатление, кстати, тот же самый Песков нам то же самое говорил про Пригожина. 29 июня, когда у него спрашивали, он сказал, что мы не знаем, кто такой Пригожин, и вообще не занимаемся его этими самыми делами. А 10 июля тот же самый Песков выходит на пресс-конференцию и говорит, что 29 числа, когда он всем врал, что он ничего не знает про Пригожина, оказывается, Пригожин в сопровождении 35, значит, командиров Вагнера встречался аж в целом Кремле, аж лично с Путиным. И встреча была, несмотря на то, что Путин их объявил всех предателями, и вдруг принял в Кремле. То есть на самом деле это показывает степень неадекватности, циничности и слабости Путина и Кремля. Ну, я уж не говорю про то, что Путин сделал себе обрезание и стал мусульманином, и теперь работает только с Кадыровым, причем Кадыров отдает ему приказания. Путин с ним ездил на хадж в Саудовскую Аравию, значит, Путин защищает Хамас, Путин защищает Кадырова, выступает против православных, поддерживает избиение мусульманином, сыном Кадырова, православного русского, значит, развязывает войну практически религиозную накануне выборов. Так что на самом деле, видите, какая интересная история. Так что, в общем, будем наблюдать все это дело. Тем временем там еще предупреждают сегодня Россию Путина, причем не кто-нибудь, а председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он говорит, что по режиму президента РФ Путина может быть нанесен внутренний удар в результате большого количества потерь на фронте, в войне России против Украины. Не каждый день такое говорят, конечно же, в России, но вот такое вот прямое предупреждение, что, мол, Путин, смотри, у тебя там потери каждый день, умирают тысячами твои солдаты, может быть, это какой-то удар изнутри. Что это за предупреждение, какой удар может быть, о чем это?
Ну, во-первых, Зорькину надо было вообще отменить Путина, отстранить от должности, потому что Путин является нелегитимным президентом Российской Федерации по Конституции Российской Федерации. Вот. Вместо этого он там ему показывал какие-то карты, где Украина якобы не существовала, там 17 века, там какая-то французская карта и так далее. А теперь, значит, он проснулся. Почему? Потому что на самом деле они очень боятся очень, вот какой вещи. Есть две вещи, которые сейчас пока разведены. Значит, есть какие-то там мобилизанты на фронте, которые, в общем, не очень сильно хотели оказаться на фронте, но их мобилизовали, то есть их заставило государство туда поехать, дало им оружие в руки и пускает их на мясные штурмы. Плюс отказывает им в обеспечении, там они живут в жутких условиях. Мы плакать по этому поводу не будем, но тем не менее это является политическим фактором. С одной стороны. А с другой стороны, есть их жены, матери, сестры, там, я не знаю, там женский пол, который они оставили в тылу, и который теперь бунтует по поводу того, что у них этих мужей хотели забрать месяца на три и потом вернуть им. А теперь, значит, Картополов, по-моему, или Гурулев говорили, что будут они на этой операции до конца, то есть либо пока их не убьют, либо пока не кончится война. И все эти тетки начинают бунтовать, начинают, значит, бузить. И все это на фоне выборов. А вы понимаете, вот когда эти две вещи разведены, то, в принципе, они сами по себе не очень большую опасность представляют. Но если вдруг, значит, до мужей, которые на фронте, не очень себя чувствуют хорошо, но у них автоматы в руках, дойдет по смартфону, что их там матерей, жен, сестер и любовниц разгоняет дубинками ОМОН за то, что они требуют, чтобы этот мужик вернулся в тыл с фронта, то они могут просто сделать то, что сделала русская армия в 1916 году. Она просто с винтовками вернулась в Питер и в Москву, и сделала революцию. И вот об этом говорит сейчас Зорькин. И, кстати, правильно говорит, потому что это, к этому все идет. Понятно, что никто не может назвать дату, сказать дату. Никто не может сказать, как это может развиваться. Но, в принципе, вот я вам нарисовал такую картинку, эскиз этой картинки. То есть представьте себе, выходят какие-то эти самые тетеньки на Рождество или на Новый год, значит, какому-нибудь военкомату, а их разгоняют дубинками, а не дай бог, кого-нибудь еще там убьют. Да, у кого-нибудь там сердечный приступ или еще что-нибудь, или там она была на сносях, и, значит, выкидыш произойдет, и все. И тогда это дело доходит на смартфоне до ее мужа, а у мужа автомат Калашникова, он садится на танк на ближайший, и как Пригожин едет выяснять отношения с властью в Москву. А Пригожин показал уже, что если сесть на танк и поехать в Москву, то вас никто не остановит, потому что, ну, против лома нет приема. Какие там гаишники или там кто? Вот Пригожин взял город-миллионник Ростов. Уже тоже об этом я рассказывал, но повторюсь, потому что напомню. Ростов, город-миллионник, это столица субъекта Российской Федерации. Значит, там есть областное управление ФСБ по Ростову и Ростовской области. Областное управление. В нем несколько сот чекистов. В каждом районе Ростова есть райотдел ФСБ, в котором несколько десятков чекистов. В каждом районе есть отделение милиции, и плюс есть городское управление внутренних дел и областное управление внутренних дел в Ростове. В Ростове есть казармы, есть Росгвардия, есть еще черт знает что, есть погранвойска, и никто из них ничего не сделал против Путина, против Пригожина все легли. То есть стоит вам с танком и с автоматом Калашникова сняться с фронта украинского, а когда вас там будут останавливать, вы просто убьете пограничников. Пригожинцы убили двух пограничников, которые имели глупость задать им вопрос, а чего это вы туда к нам едете тут на танках? Они им сказали, зачем они едут на танках. Вот. И все это дело уже от Пригожин для Путина, поэтому, кстати, очень опасный человек, потому что он всем показал, как надо действовать. И что власть ничего сделать не может,
Путин сам сбежал, как зайка серенький, забился в норку, его никто не вышел защищать, ни один из миллиона членов партии «Единая Россия», которые вот сейчас оргкомитет создают, там все. Путин наш, значит, любимый кандидат. А где этот Певцов, блин? Был 23 и 24 июня. Почему он не вышел защищать своего Путина, единого кандидата? Ну-ка, отчитайся нам, товарищ Певцов, артист гребаный. Вот. И кто там еще это самое, как ее надевать, девочка из «Красной шапочки», да, из советского мультфильма. Ну-ка ты отчитайся, где ты вышла? Почему ты не вышла 23 числа и 24 июня в этом году защищать Путина? Почему вы с плакатами «Долой Пригожина, защитим нашего любимого Путина»? Кто вышел? Где был Турчак? Где был Медведев? Руководители партии «Единая Россия», где были, там, я не знаю, Бортников, Патрушев и прочие, все же сидели по норкам. Так что, в общем, на самом деле, совсем для Путина не все так замечательно, как может показаться. Еще такой важный вопрос в завершение. Путин там сказал, что сегодня будущее России зависит от того, как сегодня работают российские военные в зоне так называемой СВО. То есть зависит от Украины, получается, будущее России. Это пришло понимание к Путину или это такой призыв, что давайте все мобилизовываемся, потому что скоро нам конец? Это классно совершенно. Ну, я вам давно уже говорю, что Путин клинический идиот. Вот, мне не верят люди, говорят, что я ругаюсь на него. Я не ругаюсь. Это констатация факта, это экспертная оценка. Путин клинический идиот. Вот, и вот такое сделать заявление, ну, точно так же, как он сделал до этого заявление, что Россия начала национально-освободительную войну. От кого? От кого Россия освобождается в национально-освободительную? Она что была? Порабощена до этого, и значит 25 лет правления Путина Россия находилась в рабском состоянии, а теперь, значит, Путин вспомнил и начал вести национально-освободительную борьбу. Ну, то есть он клинический идиот. Вот. Но это очень хорошо, потому что чем больше он таких вещей нам будет говорить, и чем больше мы с вами будем их разбирать, смеяться над ним, издеваться над ним, троллить его и так далее, тем больше он будет делегитимизирован. И, кстати, в этом смысле история с объявлением Путина уже трупом и о том, что он в холодильнике, это стало мемом, это разошлось вообще по всему миру. История, которая запущена была моим партнером, генералом СВР и Валерием Дмитриевичем Соловьем, на них все набросили, все говорили, но на самом деле, вот когда меня там спрашивали, веришь, не веришь, я говорю, хочется поверить, но мне, конечно, труп надо желательно пощупать, вот посмотреть на него, на синий, на посиневший труп в холодильнике. Но тем не менее, эта операция удалась абсолютно, потому что Путин уже стал нелегитимным президентом. Он никогда им и не был, потому что он пришел к власти в 2000 году, даже в 1999 году в результате государственного переворота. Таня Диченко с Валей Юмашевым, ее мужем, значит, дочка Ельцина и его зять устроили государственный переворот, охмурили больного пьяницу Ельцина и заставили его обманом посадить этого самого Путина на королевский трон, который развязал чеченскую войну, взорвав вместе с Патрушевым несколько сот российских граждан, значит, ФСБ взрывает Россию, и таким образом Путин пришел к власти вообще нелегитимно, хотя и сам Ельцин, я вам уже говорил, с 93 года был тоже нелегитимным президентом. Еле-еле усидел, кстати, импичмент в 99 году. Кстати, Путин его спас от импичмента, когда сделал провокацию с генпрокурором Скуратовым, подложил ему двух проституток, записал это на кассету и показал по телевизору. Таким образом, кстати, заработал его доверие. Вот, так что, в общем, у Путина все, что Путин говорит, это идиотизм. Все, что Песков говорит, это идиотизм, но это нам полезный идиотизм, потому что, в общем, Путин, ну, конечно, надо было давным-давно сделать то, что он сам говорил в начале своего срока. Он говорил, два срока по 4 года – это вполне достаточный срок для того, чтобы сделать реформы. Человек, который сидит больше 8 лет, сойдет с ума, и Путин сошел с ума и стал идиотом, старым пердуном, извините за выражение, бункерным дедом, лысым карликом, пуйлом на букву «Х» и чем только не стал.
Сергей, благодарю вас за интересный разговор. Что ж, будем ждать также пресс-конференции, прямой линии, это все с вами обсуждать. Интересно, какой будет первый вопрос? Все же о том, когда закончится война, или все же россиян сегодня больше беспокоят яйца, цены на яйца? Это же сегодня вообще невозможно терпеть. Первый вопрос будет, Владимир Владимирович, вы настоящий из холодильника или двойник? Вот какой будет первый вопрос на конференции у Путина. Интересно. Ну что ж, будем наблюдать, анализировать обязательно также вместе с вами. Сергей Чернов, колишній співробітник КДБ и служба зовнішньої розвідки России. Дякую вам, пане Сергію.